Полиция Испании проводит спецоперацию сразу в нескольких городах Испании против грузинской мафии, в результате которой задержано 16 человек, сообщает испанское издание La Vanguardia. Преступная группировка занималась в Испании разбойными нападениями и отмыванием денег. Среди задержанных супруга известного грузинского вора в законе Кахабера Шушанашвили, Кахиру Ставского. Кахабер Шушанашвили, брат Лаши Шушанашвили, которого называют лидером грузинской мафии в Европе. Шушанашвили жил в Барселоне, где его задержали в 2010 году. В декабре 2011 года Каха отказался от экстрадиции в Грузию, где его подозревали в вымогательстве и рэкете, назвав свою родную страну раем для преследования. В марте 2017 года Верховный суд Грузии приговорил Шушанашвили к 15 годам лишения свободы за руководство преступной организацией, состоящей в основном из граждан Грузии, поселившихся в 2008 году в районе Каталонии и Леванта.